Давайте внимательнее посмотрим на карту боевых действий и поймем, как изменилась ситуация, как изменилась линия фронта по регионам. За прошедшие сутки оккупанты нанесли не менее 85 ракетных, а также 35 авиационных ударов, а также совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня. Противник пытается наступать на Бахмутском направлении и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях. На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области, Павловка Сумской, Глубокая, Зеленая, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка на Харьковщине. Также захватчики задействовали для удара армейскую авиацию вблизи Большой Писаревки Сумской области. На Купянском и Лиманском направлениях огневому воздействию подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них Двуречная, Ольшана, Котлеровка, Вишневые и Каменка Харьковской области, Плащанка, Червонопоповка, Невская, Диброва и на Луганщине, а также Торская, Донецкой области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы. На Бахмутском направлении обстреляны районы 20 населенных пунктов. В частности, Спирная, Берестовая, Белогоровка, Солидар, Бахмутская, Подгорная, Бахмут, Железная, Нью-Йорк, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные беспилотники в районах Курдюмовки, Майорска и Железного. На Авдеевском направлении враг нанес огневое поражение возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Авиаудары зафиксированы неподалеку от Каменки и Авдеевки. На Новопавловском направлении из танков и ствольной артиллерии захватчики били вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Большой Новоселки и Нескучного, это Донецкая область. Нанесли авиационный удар в районе Никольского. Запорожское и Херсонское направление. Там под огневое воздействие попали более 25 населенных пунктов. Среди них Степное, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Мирная Запорожской области, а также Береслав, Казацкая, Ивановка, Чернобаевка и Станислав на Херсонщине. Вражеская оперативно-тактическая армейская авиация действовала в районах Гуляйполя и Степного Запорожской области, а также Новоселки, это Херсонщина. Авиация сил обороны в течение предыдущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.